Сегодня утром на трассе Ангарск-Иркутск на подъезде к Мегету погиб человек. Водитель иномарки потерял управление, и машина вылетела в кювет. Мужчина не был пристегнут. Еще два человека пострадали накануне в авариях на улицах Декабристов и Коминтерна. Около 8 часов утра в районе ГСК-3 водитель автомашины Nissan March допустил наезд на велосипедиста, который двигался на велосипеде в попутном направлении и начал поворачивать налево перед близко идущим транспортом. В результате ДТП 76-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован в СМП. В этот же день в 17:30 под колесами автомобиля оказался 6-летний мальчик. Было установлено, что женщина-водитель на автомашине Toyota Vitz допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть улицы Коминтерна по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего ребенок получил травмы и был доставлен в городскую детскую больницу, куда его отвез отец. А в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Ворошилова и Горького автомобиль сбил на переходе женщину. С места происшествия водитель скрылся. Очевидцев просят сообщить по телефонам, указанным на экранах.